Малиновский районный суд закончил чтение обвинительного акта по делу о трагедии 2 мая. В начале заседания выяснилось, что один из обвиняемых по фамилии Алешин не явился. Как сообщил адвокат, накануне у обвиняемого родился ребенок. Несмотря на это, судебное заседание продолжилось. После чего правозащитник одного из подсудимых подал ходатайство с требованием выпустить его клиента под залог. Около недели назад он вскрыл себе вены в зале суда и теперь жалуется на ухудшение самочувствия. Но и это обращение судьи отклонили, продолжив зачитывать текст обвинительного акта.